Избирательные бюллетени по выборам президента Российской Федерации, назначенные на 18 марта 2018 года, отпечатаны по заказу избирательной комиссии Свердловской области в Екатеринбургской типографии «Печатный дом формат». На текущей неделе 38 тысяч экземпляров поступили в Верхнесалдинскую территориальную избирательную комиссию. Текст бюллетеня, в котором 8 фамилий кандидатов располагаются в алфавитном порядке, утвержден Центральной избирательной комиссией России. Вверху листка расположена информация о порядке его заполнения с акцентом на причины, при котором бюллетень будет признан недействительным. Документ особой важности покрыт защитной сеткой зеленого цвета. Всего для избирательной кампании Свердловской области было изготовлено 3 392 239 бюллетеней.